Киеве против крымских представителей власти ведется информационная война. Служба безопасности Украины, которая контролируется активистами Майдана, объявила в розыск прокурора Крыма Наталью Поклонскую. С парадоксальной формулировкой «за захват государственной власти». Поклонская уехала из Киева в разгар политического противостояния, назвав вещи своими именами. Произошедшее на Украине – это госпереворот. Сейчас она работает в Симферополе, не обращая внимания на истерику майдановских политиков. Контролируемая, абсолютно контролируемая ситуация. Все проводят проверки, обладают определенной оперативной информацией. Население и граждане Крыма могут спать спокойно. Все контролируемо, все хорошо.